Иремель, пожалуй, один из самых ярких бриллиантов в короне гор Южного Урала. Этот комплексный памятник природы расположен на севере Белорецкого района, на границе с Челябинской областью в одноименном природном парке. Огромный массив, по форме напоминающий подкову, включает в себя горы Большой Иремель с главной вершиной Кабан, Малый Иремель, гору Жеребчик, а также их отроги. Немного найдется на Урале мест, которые могут сравниться с Иремелем в красоте, величии и разнообразии. Высота Иремеля 1582 метра. На Южном Урале по этому показателю он уступает лишь Большому Ямантау, вершина которого находится на отметке 1640 метров. Чего только здесь нет. Дремучая тайга и горная тундра, отвесные скальные выходы и каменные реки Курумы, некошенные луга и девственно чистые горные реки, непролазные болота, богатые дикими ягодами, и вершины, с которых открывается ошеломляющая панорама. Внизу находятся тыгынские курумники длиной несколько километров и живописные тыгынские болота с зеркальными участками открытой воды, откуда берет свое начало река Тыгын. Панораму, которая открывается с вершины Иремеля, не передать словами. Это надо увидеть самому. Великолепие Южного Урала раскрывается перед взором, как скатерть-самобранка. В такие моменты действительно начинаешь верить в легенды о священной горе Иремель, дающей силу и наделенной сверхъестественными свойствами.